Славянский район считается одним из самых спортивных в Краснодарском крае. И развитие физкультуры и спорта происходит во многом благодаря отличной спортивной базе, которая постоянно улучшается. Особое внимание уделяется учреждениям образования. В 17-й средней школе физкультура и спорт всегда были в почете. И долгожданное событие – торжественное открытие после капитального ремонта второго спортивного зала – собрало учащихся и педагогов. Глава Славянского района Роман Синеговский приехал сюда, чтобы разделить радость открытия спортивного зала со всеми собравшимися. Открыли, значит, 4 класса не так давно, где наши дети пошли в эти новые обустроенные классы. У нас есть возможность сегодня максимально заниматься в первую смену. И сегодня, благодаря поддержке губернатора Кубани Евгения Ивановича Кондратьева, мы с вами открываем второй спортивный зал в школе, где у нас будет возможность нашим младшим детям заниматься спортом. Директор 17-й средней школы сердечно поблагодарила руководство района за большое внимание к улучшению материально-технической базы школы, что позволяет учащимся добиваться новых успехов. Я надеюсь на то, что вам понравится также и тот спортивный зал, в котором у вас будут проходить уроки физкультуры, занятия по лечебной физкультуре, занятия внеурочной деятельностью. Все будет проходить именно в этом малом спортивном зале. После традиционного перерезания красной ленты, символизирующей открытие, ученики порадовали собравшихся стихами, танцами и песнями. Гордость школы – ее спортсмены. В их числе призеры первенств Краснодарского края по различным видам спорта. Немало ребят увлекается здесь спортивными единоборствами. Они выступили с демонстрацией различных приемов. Сейчас учащиеся получили новые возможности для занятий, и это очень их радует. Не в каждой школе есть такие залы для проведения таких спортивных мероприятий. Поэтому я очень доволен, что в нашей школе, в любимой школе, открыли этот зал. Для нашей школы большое событие – это открытие второго спортивного зала. Теперь мы можем заниматься спортом еще больше. Наш новый зал очень красивый, и нам всем нравится. В обновленном малом спортивном зале будут проводиться уроки физкультуры, тренировки. Словом, он поможет ребятам найти хорошую дорогу к физическому развитию и совершенству. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».